так. Ну вот я готовлю. А Дима там кушает смесь, вы только что видели. У меня второй день голодания, полного голодания. То есть первый я не буду считать, потому что я вечером грейпфрут съела. И как бы это было питанием. И сегодня у нас вот второй или третий... Нет, полный, наверное. Второй день нет папы. Мы с Димой вдвоем, он должен приехать послезавтра. Продуктов у нас становится поменьше. Как бы они уменьшаются. Но есть как бы, вот. И Диме я сегодня варю суп, потому что я не хочу его кормить снова той детской кашей, чтобы он приучался. И начинаешь что-то уже такое придумывать, что-то такое. Короче, у него сегодня будет суп гороховый. Чуть-чуть я прям добавлю, наверное, гороха. И там вот варится у меня морковка, свекла. Я ему начала перечислять, говорю, вот я хочу приготовить тебе супчик. Говорю, с чем будем? С горохом, морковкой. Потом говорю, свекла. Он такой, я говорю, свекла? Я думаю, ну, значит, ты хочешь свеклу, я так поняла. Вот. Сейчас их отдельно хочу в кастрюльке отварить. Ну, там прям я хочу сделать чуть-чуть супчика, чтобы ему сегодня на обед хватило. И завтра на завтрак. А с утра я уже, когда его покорму, завтра сварю кашу, вот, которую он так очень любит. Вот. У меня тут горох. Горох, я знаю, он варится долго. Знал бы, конечно, я с вечера, может быть, его замочила бы там или что-нибудь такое. И тут у меня вот для гороха уже кастрюлька готовая. Также хотела сказать, как я себя чувствую во время голодания. Сегодня второй день, я себя превосходно чувствую, просто шикарно. У меня не кружится голова, нет упадка сил, у меня нет аппетита особо. Ну, как бы есть немножко, когда он появляется, вот я начинаю пить свой лимонник. Вот он у меня в таком кувшине. Пластмассовым, потому что пластмассовый удобнее, можно кипяток залить, и не будешь бояться, что что-то там треснет. Но я заливаю комнатную водичку, вот тут я ее вот держу, то есть я собираю ее в течение дня, и вечером ее выливаю сюда вместе с лимончиком. Лимончик давлю, и вот я, то есть тут где-то 2,5 литра, наверное, может быть 3 побольше, не знаю. И за целый день я вот это все выпиваю, у меня даже где-то вот столько остается. А еще сейчас вчера вечером я все выпила. Потому что, в принципе, грейпфрут я вчера не ела, можно выпить, ничего страшного. Вот, и вот пью. Как только чуть-чуть у меня желудок начинает бурчать, я сразу выпиваю стакан воды. То есть тут получается как? Сидишь ты на голодании, но при этом, когда желудок хочет кушать, и он начинает бурчать, то нужно обязательно выпить воды как можно побольше. Тогда, я думаю, ничего такого не будет. Ну, конечно, не думать ни о чем таком. Думать о весе своем, что он упадет, вы будете стройные. Так, ну вот у меня уже закипает. Так, закипает. Сейчас я ее переставлю и с вами продолжим. Так, ну вот я их местами поменяла. Тут поставила чуть-чуть огонь поменьше. А тут вот побольше. Здесь я буду сейчас варить кашу гороховую. Вот, взяла ее чуть-чуть, прям 100 грамм. Вот, если что, смогу ее потом блендером перемешать. Если она будет совсем жестенькая. Посмотрим. Вот. Так вот я расположилась тут на своей шикарной кухоньке. Вот, еще пока не все разложила. Еще, кстати, нахожу у себя пустые полки. Удивляюсь, у меня что, пустые полки есть? Вот, низ, конечно, я уже почти весь заполнила, вот, кроме вот этих вот, там не заполнила. А внизу, в принципе, уже все. Там мало места внизу. Вот, внизу у меня в основном техника будет стоять, там мультиварка, хлебопечка, блендер, миксер. Наверное, в другом месте будет стоять. Там, тостер. Вот, тостер, может, там в процессе потом куда-нибудь переставим. Хотя мы им уже не особо прям так пользуемся.
Вот, по поводу диеты, я вам договорила, надо, вот как, да, кушать хочется, нужно пить сразу, пить побольше, пить, и многие люди, у меня дядя, вот он сыроед, он голодание проходил 7 дней, то есть, представляете, 7 дней голодал, он пил, выходил с баклажкой, ну, полторушкой воды обыкновенной, покупной, то есть, негазированной. И как только хотел скушать, он ее пил. При этом он, то есть, занимался там ремонтом, что-то там ремонтировал, что-то там делал. То есть такая физическая нагрузка была не умственная. Вот. Уже там 7-й день, я говорю, у тебя еще силы есть? Он, да, говорит, у меня есть. Говорит, просто нужно заканчивать только 7 дней. А так, в принципе, говорит, я бы еще поголодала. Ну, не знаю, у меня на 4-й день голодания начинает что-то болеть обязательно. Поэтому я не рискую дальше. Вот. Вот так у меня кипит горошек. Уже кипит где-то, наверное, минут 20. Ну, варится он, в принципе, долго. Там у меня осталась картошка со свеклой. А морковка, вот она у меня такая малюсенькая. Остаточки остались, там одна большая еще лежит. Вот. Жень приедет, купим новую, если нам не подвезут. И вот топинамбур. Он очень вкусный. Его вкус очень, кстати, с тушеными овощами. В принципе, мы с вами делали, где-то там либо рецепт есть, либо в влог, скорее всего. Не знаю, поищите, очень вкусно, летом вот, как раз прям самое то. И черную тарелку положила, это две свеклы. На самом деле, я не люблю, когда от свеклы остается куча красных пятен. Я всегда свеклу чищу и режу, всегда в тарелках, и стараюсь, чтобы либо, ну, в белой тарелке, но потом ее отмывать сложно, либо вот в черной. То есть вот так. Они еще не готовы, еще варятся вместе с картошечкой. Их тоже вытащу, почищу. Ну, остынут, конечно, сначала почищу. И дождусь, наверное, хочу, чтобы вода вот эта вся вывалилась. Чтобы ее стало немножко поменьше, потому что ребенок столько не съест. В принципе, там уже где-то меньше стало. Ну, еще, я думаю, горошку кипеть еще очень долго. И покажу вам потом, что у нас получилось. Ну вот, приготовился супчик. Я все покрошила, блендер все немножечко перемешала. Остались вот маленькие горошины немножко, чтобы он жевать учился. Чтобы он глотал. Дима уже поел. Ну, все равно сложно ему жевать. Но поел, немножечко съел. Вот я покрутила еще немножко. Вот сейчас я немножко водички сюда залью. Будет как бульончик. Чтобы была масса попроще. Вот, получилось довольно много. Наверное, Дима поделится с папой. Не знаю, мне даже почему-то кажется, что она похожа на какую-то типа как баклажановая икра. Только какая-то гороховая, морковная, топинамбура. Свекольная, а какая-то такая. Мама опять снимает, да? Пу-пу-пу-пу-пу. Две нашел. Где еще деталька одна? Не упади. Уху! Давай, давай, строй. Ага. Мимо прошел, не упала. Okay.
Давай, давай, башенку строй, Дима. Ну, что у тебя там? Мокро. Мокро, да. Кит обсикался, да? Ой, рот грязный. Обсикался кит, да? У тебя рот грязный. О-о, вытирает, вытирает об себя. Об носок. Мокрый, мокрый, неприятный, да? Пупа. Ты там тряпочкой протирал пол, да? Пупа. Пупа, пупа. Все у нас с тобой раскидано. Когда ты будешь убирать игрушки, Дима? Папи, папи. Прибери игрушки, убери, Дима. Дима, приберись. Убери игрушки. Давай, убирайся. Вот, молодец. Да, 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 да. Одну только. Ты что, ходить разучился? Ты теперь будешь ползать, да? Ой. 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 Какой счастливый бегает. Чего, подвинул ты его, да? Подвинул, да. Теперь обратно его задвинь. Обратно задвинь. Да-да-да, вот так его. Вот, вот. Все-все-все, хватит. Сейчас ты там сдвинешь мне все. Дима. Дима, все, молодец. Ой, убирайся, убирайся, приберись, Дима, приберись. Игрушки везде разбросаны.